1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, бабушек и дедушек. В Лиманском районе в этот день отмечали 40-летие семьи. Вот уже 40 лет они живут в любви и уважении друг к другу. Взаимопонимание, обязанности супружеские. Вот, спасибо супруге. Терпение. Друг другу уважать, уступать. И вот на этом все основывается. В этот день депутаты Лиманского района поздравили пенсионеров подарками и пригласили в сельские клубы ветеранов труда и пожилых людей разных сел. Сегодня в Украине отмечается День людей пожилого возраста. В Фонтанке по этому случаю организован праздник сельским советом. Мы решили принять участие, приготовили небольшие сюрпризы для всех гостей праздника, не только для людей пожилого возраста, но и для всех людей, которые пришли. В прошлом году мы привозили бесплатный уголь для отопления в зимний период. Это материальная помощь, индивидуальный подход к каждому старику. В Крыжановке живет Александр Васильевич Плотников. За 90 лет он видел многое. И, конечно, благодарен тем, кто сегодня помнит стариков. О том, что учитель помогал. В чем помогал учитель? Ну, в отношении помощи людям, те, которые нуждаются очень, в вопросах решения других, в том числе там вот лестницы к морю, это важный вопрос. В том числе и вопрос решается по укреплению берегов для того, чтобы не было оползней. Встречусь с друзьями, с подругами, может, даже и дети будут, те, что я когда-то выпускала, воспитывала их. Впервые такое, знаете, это уже очень большое внимание, очень даже. Дмитрий говорит, что в приемную команды Игоря Леонидовича регулярно обращаются пенсионеры с разными вопросами. Кому крышу починить, а с кем просто поговорить. Вы знаете, им самое важное – это наше внимание. Внимание наше, внимание их близких. Они всегда очень рады, когда мы к ним приезжаем. Мы поздравили всех пожилых людей нашего округа с этим праздником. Мы постарались организовать концерты, помочь в организации сельским советом. Также мы организовали подарки, поздравили людей. К некоторым мы приехали домой, пообщались с ними. Председатель Фонтанского сельсовета Наталья Мишина говорит, что село есть кем гордиться. На данный момент в селе проживает более 1000 людей пожилого возраста. И во многом помощь им ложится на плечи депутатов сельского совета. Это те люди, которые трудились в совхозе, которые трудились на других предприятиях, расположенных в селе, и которые, можно сказать, с полным правом создавали славу земли Фонтанской. Это старшее поколение, которое научило нас жизни, которое сформировало, можно сказать, наше государство. И трудовая слава которых заслуживает искреннего уважения. День пожилого человека вряд ли можно назвать праздником в прямом смысле. Скорее, праздник внимания и заботы о людях в возрасте. И, к сожалению, людях, которые с каждым днем живут все более сложных условиях. Внимание к ним – ежедневная забота команды Игоря Учителя.